В китайском городе Харбине состоялись соревнования по зимнему заплыву на реке. На турнире побывали мои коллеги. Ни ледяной ветер, ни температура воздуха около минус 10 градусов по Цельсию не пошатнули решимость этих смельчаков. В китайском городе Харбине прошли традиционные заплывы на скорость в местной реке. Соревнуются около 400 энтузиастов из 34 сообществ моржей. Участники не только из Китая, есть и иностранные гости. Харбин – один из самых холодных китайских городов. Здесь купание в ледяной воде в зимнее время – популярный вид оздоровления. В нашем городе Дацин вода только стоячая, проточной нет. Чувствую большой заряд энергии, поплавав в проточной воде. Я в восторге и счастлив. Ощущения в теле непередаваемые. Зимнее купание – это испытание. В ходе этого мероприятия мы усиливаем нашу способность преодолевать трудности. Здесь собралось много любителей зимнего плавания. От этого наше настроение повысилось, а здоровье укрепилось. Этот заплыв стал открытием ежегодного фестиваля снега и льда, который проходит в Харбине. Он будет продолжаться до 25 февраля и включит выставку гигантских ледяных скульптур.